что такое кадровый голод и как его утолить, как вырастить достойную профессиональную смену для крупных компаний и небольших предприятий. Об этом говорили участники круглого стола по проблемам среднего профессионального образования, который прошел сразу после Дня студентов в Поволжском колледже технологии и менеджмента. Выбор места не случайен, по КТМ обучает рабочим профессиям, а с этим у нас в стране напряженка. Заместитель министра образования Людмила Григорьева не просто знает о проблемах, но и видит пути их решения. Сейчас мы специалистов готовим не просто по специальности, мы готовим под конкретное рабочее место. Со второго, с третьего курса у нас уже практически у всех студентов есть понимание, где они будут работать. Среднее профессиональное образование – это конструктор, который состоит из учебных стандартов и потребностей предприятий в конкретных специальностях. Сами работодатели говорят о необходимости активного сотрудничества с техникумами и колледжами. Химики, атомщики, металлурги, резинотехники практически в один голос озвучили современную проблему – непопулярность рабочей профессии. Важно поднять престиж специалистов, которые работают не только головой, но и руками. Новые проекты в помощь. В этом году балаковский филиал АО «Апатит» планирует участие в проекте «Профессионалитет». Этот проект позволяет, во-первых, сократить время обучения, то есть у нас более ранний выход к нам работников. И этот проект проводится с участием софинансирования предприятия, область, федеральный бюджет. То есть позволяет создать новые лаборатории, новые аудитории, новые, скажем так, продукты образовательные именно под этот проект. Балаковский филиал АО «Апатит» в плане привлечения студентов тесно сотрудничает с балаковскими среднеспециальными учебными заведениями, в том числе и с Поволжским колледжем технологии и менеджмента. Сейчас балаковский филиал АО «Апатит» проживает времена, которые войдут в историю. На предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа, повышается производительность действующих линий, строятся новые подразделения. Спустя почти полвека завод практически строится заново, и ему нужны крепкие специалисты. Здесь мы ведем подготовку и по лаборантам химического анализа, по химической технологии неорганических веществ. Мы ведем подготовку и по иным специальностям, которые требуются на этом предприятии. Да? Это и представители электротехнических специальностей, машиностроения, сварщики, киповцы. Директор колледжа отметил и эффективность амбассадоров ФосАгро. Это студенты техникума, которые сотрудничают с предприятием, в курсе производственных и социальных проектов компании, знают о преимуществах работы на заводе и рассказывают об этом другим студентам. Это тоже дает свои результаты. Молодые работники все чаще для прохождения практики выбирают балаковский филиал АО «Апатит». В 2019 году на заводе было около 60 практикантов из Поволжского колледжа, а в 2022 уже 150. Для большинства из этих ребят заводская проходная БФ АО «Апатит» становится родной.